Всем добрый вечер, друзья. Сегодня у нас 18 декабря 2020 года. Вот решил показать вам еще одно наше украшение на Новый год. Вот установили золотую антилопу у бабушки на козырьке у входа в дом. Вот такую вот. Ну, потихонечку дополняем композиции к украшениям на новогодние праздники. Ну, с этой стороны похоже очень на антилопу из того мультфильма. Золотая антилопа, мультфильм так и назывался. А здесь похоже на другую уже. Тут и на лося. А так антилопа. Вот сейчас под другим градусом зайду. Вот она, антилопа. Ну, теперь бабульке будет интересно. Думали ставить на эту крышу. Нет, нам не видно. Лучше поставили вот на эту. Она как бы как на лыжах стоит. Две лыжины. И погнали. Сейчас я зайду подальше. Вот так вот. Тепло сегодня, да, тепло. Такой ливень шел. Потихонечку обустраиваем праздником огонечки. Ну, как светло зато во дворе. Может быть, еще будем дополнять. Еще не решили. Снег весь наш, друзья, растаял, который я вам показывал. Все уже давно нету. О, в этих местах. Нету снега, вообще нигде нет снега. Такая вот антилопа. Да, Сёмка. Сёмка, как всегда, на своем месте. Тоже смотрит, как папа снимает, да? Вот эти цветочки. Я не знаю, они боятся мороза, не боятся. Вообще не пойму, что это такое. Живые. Еще разок вам антилопу покажу. Вот она. Вот она, антилопа. Вот буквально, наверное, часа полтора, как установили сегодня. Ну ладно, друзья. С наступающими всех праздниками.
Здоровья всем прежде всего. Счастья, благополучия. Не болейте. Берегите себя. До свидания, до новых видео.